Сейчас 11 часов. Сегодня у нас 23 мая 2023 год. На улице сейчас 27 градусов тепла, облачно с прояснением. Зацвел мой дароником Little Leo. Он высотой где-то 35 сантиметров максимум. Рядом собирается зацвести пестролистная синюха. Сорт называется Starway to Heaven. Продолжается цветение белорины примулы сорт White. Рядом вылезла наконец-то трава хоконеклоя. Большая, сорт называется Ауреола. Цветет черемша. Просто обычная. Не знаю, сорта не было. Обычная черемша лесная. Заканчивается цветение тюльпана попугайного White Lizard. Кто разбирается, подскажите, пожалуйста, тот ли это сорт или нет. Потому что посадка осенью прошлого года, и он как-то вот не похож на картинку свою, так сказать. Опадают уже лепесточки. Зацвел нарцисс Cheerfulness. Вот такой вот он. Это мускари, новый сорт посадки прошлого года, осень. Называется Siberian Tiger. Белые цветочки с таким нежным, голубовато-сиреневым крапом. Зацвел мускари, тоже посадки осени прошлого года. Называется он Baby's Breath. Красочно цветет флокс шаловидный, синий. Не помню название сорта. Но он разросся более 60 сантиметров в диаметре. Подушку образовал. Цветет флокс шаловидный. Сорт называется Candy Stripes. Зацветает сирень красавицы Москвы. Правильное название, конечно, «Красавица Москва». Потом его переделали. Вот такие у нее грозди, ароматнейшие, очень красивые. Куст уже более 2 метров высотой вымахал. Вот такой вот красавец. Зацветает лук. Был посажен как биколор. Сочетание фиолетового лука и белого. Белый умер с первую зиму. Этот продолжает меня радовать. Лихнис альпийский. Такое пышное цветение у него первый год. Очень, очень красивый и ароматный. Высотой где-то 15 сантиметров. Это цветки сорта флокса шаловидного Бавария. Вот он зацвел, но довольно скромно. Собирается цвести тоже альпийское растение. Это тысячелистник. Называется он Томентоза. Желтыми цветами будет цвести. Это посадка этого года флокс. Метельчатый. Июник биколор. Будет вот таким вот. Ждем. Это герань. Кроваво-красная сноуфлейк. Посадка этого года. Овсеница. Elijah Blue. Это щучка. Wild Shrub. Посадка этого года. Приживается рядом овсеница. Овсеница называется Sunrise. Красноватые у нее такие. Красновато-коричневые метелки, и вот она цветет. Пророс из корней эрингиум планум блю хоббит. Будет невысокий, высотой 30 сантиметров должен быть. Рядом эхинация твитти, тоже посадка этого года, где-то 20 сантиметров высотой. Отчиток называется Лаймзингер.
красноватые такие побеги у него. Рядом очиток называется седум корал карпет, перебаливает. Итак, религия называется министер. Розоватые цветочки почему-то у нее, хотя, ну, видимо, какой-то пересорт. Невысокая, 15 сантиметров высота. Рододендрон ароматный синий. Посещает его охотно шмели, пчелы. Вот прям сидят, ароматнейший. Невысокий, где-то порядка 60 сантиметров в прикупе. Надо его сажать, ну, более продуманно и выделить ему место, пока так сидит. Это посадка этого года у меня Шикша Нигром Айрленд. Рядом посадка тоже Шикша. Называется Бернштейн или Бернштейн. Это посажено тоже новые вместо тех, которые у меня раньше были, они погибли, два куста. Вереск Silver Night. Добавлено сюда удобрение. Все как положено, в принципе. Всем хорошего дня, прекрасного настроения. На этом прощаюсь. Всего доброго всем.